Всем привет! Сегодня по гарантии принесли пылесос 180 модели DCL 180, 21 год выпуска, 3 месяц. Давайте включим. Короче, то работает, то скорость падает, поднимается, падает. Сюда с кнопочкой. Давайте вскроем. Здесь чисто. Мешок. Сеточка уже вставлена. Я покупал, либо он отдельно докупил, либо в новых уже стоит эта сетка. Я намного раньше такой же у меня дома есть. Сеточки не было. Ну, если ты не используешь HEPA-фильтр, такой пылесос по-любому внутри будет полный, наполненный пылью. Поэтому HEPA лучше все-таки использовать. У меня с HEPA, хотя я без HEPA использовал, у меня он лет 5 работает, а здесь 21 год он уже сдох. Здесь, наверное, строительная пыль. Ну, я не знаю, что клиент пылесосит, я не спрашивал. Хотя здесь может быть только микрик, потому что двигатель, если присмотреться, щетки еще целые. И движочек новый. Просто, может, микрик забился в пыли. Стоит почистить, и все будет нормально. Видите, состояние какое. Предлагаю для начала продуть.
Продули. Давайте попробуем включить. Да, с микриком сейчас вроде он и нормально работает, но есть такое, когда чуть-чуть нажимаешь, он слабо работает, чуть сильнее. Собираем обратно. Здесь вот стрелочка нарисована, и вот здесь выступ совмещаем и соединяем, защелкиваем. И резинка. Точно так же одевается и резинка. Также совмещаем это вверх. Плата вставляется вот сюда.
включать и забыл. Проверяем. Мне, короче, надо выключил поменять. Он там копейки стоит. Заказываем, я думаю, это будет гарантия. Хотя по пыли может. Ну, узнаем. Пишите, гарантия, не гарантия.